Привет, меня зовут Евгений Балашов, я редактор журнала Profotos.ru. Сегодня я расскажу вам о камере Samsung GX10. GX10 – это третья зеркалка в модельном ряду Samsung. Напомню, что Samsung начал производить зеркалки относительно недавно, после того, как осенью 2005 года две компании, Samsung и Pentax, объявили об объединении своих усилий в производстве будущих моделей. Samsung в этом тандеме отвечает за технологии цифровой обработки изображений. GX10 – это, по сути, первая камера, которая является плодом совместных усилий, поскольку две предыдущие модели фактически дублировали уже выходившие ранее модели Pentax. В этой же камере реализовано несколько принципиально новых идей, о которых мы сегодня и поговорим. Итак, Samsung GX10. Это зеркальная камера, выполненная в пластиковом корпусе. У нее классическая схема управления. На верхнем ребре слева расположен диск выбора режимов, а прямо под ним рычажок для установки режима экспозамера. Обратите внимание на то, что режимов здесь больше, чем в стандартном наборе. К традиционным режимам приоритета выдержки и диафрагмы добавились еще два. Первый – это режим приоритета чувствительности. Здесь, как следует из названия, главный параметр – это, собственно, чувствительность. Выставляем задним колесом подходящее нам значение ISO, а камера при вращении переднего предлагает различные варианты экспо-пары. Другой новый режим – TAV, совмещенный режим приоритета выдержки и диафрагмы. Переднее колесико здесь отвечает за выдержку, а заднее – за диафрагму. Отличие от программного режима P заключается в том, что в данном случае камера автоматически подбирает к выставленной паре экспо-параметров значение чувствительности. Диапазон ее изменения, в свою очередь, задается практически двумя движениями. Пару слов о ЖК-дисплее. Как вы видите, какие бы мы ни производили манипуляции, на дисплее все время отображаются подсказки и масса полезной информации. Экран довольно большой, у него хороший угол обзора. Нажав на кнопку «Info», можно вывести на экран сводную таблицу всех параметров. Однако изменить эти параметры прямо в ней не получится. Напомню, что такая возможность есть в камерах Olympus. При установке баланса белого можно оценить результат, не тратя память на снимок. Для этого надо просто повернуть рычажок репетира диафрагмы. Камера сделает пробный кадр, и пока мы выбираем нужную настройку, она будет показывать результат на примере этого кадра. Samsung GX10 стала одной из первых камер, поддерживающих сырой формат снимков DNG, который был предложен компанией Adobe. Специальная кнопка слева от объектива позволяет быстро переключиться в сырой формат в случае такой необходимости. Что интересно, с GX10 не обязательно переносить снимки на компьютер. Базовую обработку можно сделать во встроенном в камеру редакторе. Камера оснащена встроенной системой стабилизации изображения, основанной на сдвиге матрицы в противовес естественной тряске камеры. Поэтому любой объектив, установленный на GX10, автоматически становится стабилизированным. Особенно интересно это будет владельцам старой оптики Pentax, которая полностью совместима с этой камерой, а также обладателям советских объективов. Установка их через переходное кольцо нисколько не мешает применению системы стабилизации. Рычажок включения стабилизации вынесен на заднюю панель. Хотите узнать больше? Заходите на сайт profotos.ru. Там вы найдете тестовые снимки, сделанные Samsung GX10, а также много других интересных статей.